как жалко. Ладно, так, ну-ка, отмена. Давайте дальше. Ребятушки, пожалуйста, поставьте лайк на видео, чтобы я выигрывать начал. Мы давайте соберем 100 лайков. 100 лайков это немножко, ребятушки, всего лишь 100 лайков прошу. Соберем 100 лайков. Дуда плей. Всем привет, ребята, вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Крим-Крим-Крейслинг. Что ж, поехали. Так, мы выбрали автобус с вами. И поехали. Так, аккуратненько, аккуратненько будем ехать. Так, монетки никто не собрал. Эти монетки тоже никто не собрал. Так, ребята, почему вы не собираете монетки? Так, ладно, едем. А нам-то монетки нужны, ребятушки. Чтобы прокачать нашу машинку, наш автобусик. Так, эти ребята пошли вперед, надо их обогнать. А почему такая маленькая позиция? Это карта. Карта очень короткая. Поэтому мы и что-то и не обогнали, не успели. Не успели обогнать. О, поехали. Ё-моё, не успели мы. Ох, ё-моё, а чё ж у нас такие эти... У меня автобус аж бедненький. Скрипит, кряхтит. Вообще. Непонятно. Так, все, едем дальше. А интересно, вот этот бензин, он, нужно его собирать? Карта-то короткая. О, монетки. Ах, пролетел я монетки, ребятушки. Ой-ой-ой, главное не разбиться вообще. Ладненько, вот. А, тут трасса заканчивалась. Ё-моё, не смогли мы выиграть. Как жалко. Ладно, так, ну-ка, отмена. Давайте дальше. Ребятушки, пожалуйста, поставьте лайк на видео, чтобы я выигрывать начал. Мы давайте соберем 100 лайков. 100 лайков это немножко, ребятушки. Всего лишь 100 лайков прошу. Соберем 100 лайков. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, давай. Ой, нет, разбились. Ай, опять. Ну что ж, бывает. Так, далее. Так, ну что ж, давайте попробуем прокачать наш автобус. Придется нам немножко потратить денежки. Ну давайте увеличим сцепление с дорогой. Поехали, попробуем. Чтобы выигрывать, потому что что-то мы не можем все-таки выиграть. А нам нужно выиграть. Так, а ну-ка. О-о-о! Ребятушки, давайте ну-ка, аккуратненько. Ё-моё! Ух, чуть не разбились. Все хорошо. Так, а здесь, смотри, вода. Здесь сложно. О, ну я вырвался. Это очень хорошо, что мы вырвались. Так, кого-то сейчас потеряем, да? Потеряли чувака. Так, а здесь аккуратненько сейчас мы поедем. Ой, оторвались. Вообще мы одни едем. Ну, я надеюсь, приедем первыми. Да, первая позиция, ребята. Вот, видишь, мы прокачали немножечко наш автобус. О, идеальный старт. Прокачали немножечко автобус и стали лучше ехать. Опа, тихо, аккуратненько. Ой, ё-моё, нифига там какие каменюки были. Вообще на этих каменюках можно развалиться нафиг. Ой-ой-ой-ой. Потеряли кого-то мы. Так, второго чувака мы потеряли. Ёлы-палы, вообще разбились. Офигеть. Почему так-то? Так, ладно, еще раз. Давай вперед. А, у них, смотри, машинки какие. Надо будет, может быть, мне другую машинку взять. Но потратился я очень много. 2000 потратил. Ой, давай, застряли. Да мы застряли, ребята, все. У меня автобус никуда не едет. Давай, да мы застряли. Как так вообще? Все. Так, а ну-ка дальше. Нет, подожди, выход. Так, выйти в главное меню, понижение категории за отмены гонки минус 85. Подтверждаете? Нет, не подтверждаю. Ладно, сейчас подождем туда. Ну а как так разработчики сделали такую игру, что можно так вот просто тупо застрять? А ну-ка, может быть, мы так сейчас... Нет, нифига. Давай, аккуратненько. Не, застряли. Давайте подождем, пока кончится бензинчик наш. Так, все. Ну, хоть 10 монет мы собрали. Так, машинка наша проезжает совсем чуть-чуть. А давайте поменяем все-таки автомобиль на этот. Все, поехали. Попробуем. Может быть, нам на этом автомобильчике повезет. Кучу денег и так потратили. А, смотри, с нами одни только автомобильчики едут. Тихо. Переворачиваться нельзя.
Так, обгоним их или нет, не знаю. Надо, может, этот автомобильчик прокачивать. Сейчас посмотрим. Если что, придется этот автомобиль прокачивать, потому что, ребята, выиграть надо нам. Так, ну пока вторая позиция. Да, вторая позиция, ребятушки. Но все равно со второй позиции мы можем пройти дальше. Так, все, едем. А, все, идеальный старт. Погнали. Ох, нифига, у меня скорость я развиваю. Здесь надо аккуратненько. Все, мы все у нас немножко автомобильчик отрывается. О, есть, 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 смотри, как нифига. У меня было какое-то турбоускорение только что. Все, поехали. Может быть, я первым приеду? Было бы очень неплохо приехать первым. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. И здесь финишка будет. Да, конечно, финишка. Зачем здесь финишку делают, а? Так, поехали, погнали. Кубок леса. А здесь давай купим сцепление, повысим с дорогой. И повысим движок нам, наш. Да давай уже полностью повысим движок и сцепление. Чё поделаешь. Так, все. Поехали. Мы потратили все наши деньги, которые с трудом вообще собирались. Ну, сейчас проверим. Так, ну смотри, неплохо, я оторвался. Да, вообще неплохо. Я еду первый. Офигеть, это хорошо. Давай, 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 давай. Едь, машинка наша. Прокачанная. Аккуратненько, не спеша. Все, есть. Наконец-то мы начали выигрывать. Первую позицию мы заняли. Это очень хорошо. Едем дальше. О, вперед. Я на отрыве, ребятушки. Да. Тихо, главное не перевернуться. Ух ты, ты видал, какие искры были? Офигеть. Так, аккуратненько. Аккуратненько. Есть, 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 первое место. Это очень даже неплохо. Нифига, прокачали машинку, стали первые места занимать. Вот это я понимаю. Давайте далее. Если я сейчас первое место займу, это будет очень, очень, очень хорошо. Наконец-то. Вау, нифига какой. Был подъемчик. Так, тихо, тихо, тихо. О, не спеши. Ой, хорошо, сейчас надо перепрыгнуть эту пропасть. Ай, замечательно, красава. Так, и здесь такие вот холмики. Сейчас мы их проедем. Есть, и у нас опять-таки первое место, первая позиция. Хорошо. Три гонки мы проехали. Класс, превосходно. Так, посмотрим, сколько мы приедем вперед. О, смотрите, машинка нас ждет. Машинка, и у нас еще есть сундучок. Что там у нас? 2000 монет, зимние шины и что-то там еще. Офигеть, а как хорошо. Мы немножко отыграли. Отыграли наши деньги. Чуть-чуть. Ладно, поехали. О, теперь я буду с ней воевать. Ё-моё. Надо первым проехать как-то. Как-то проехать первым. Не знаю, получится или нет. Ну, в принципе, смотри, мы ушли, мы уходим потихонечку в отрыв. Это очень хорошо. Так, тихо-тихо-тихо. Моника. Отстань от меня. Отстань. Ё-моё, она меня обогнала все-таки, да? Ну и карта тут будет тоже короткая, стопудово. Да. Давай, 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 еще немножечко. Давай, давай, пожалуйста. Ё-моё. Давай, давай, может быть, мы выиграем. Чуть-чуть еще. Да елки-палки, переворачивается машинка наша. Ах, мэнки-мэнки, вонючка. Не знаю, сейчас получится или нет выиграть. Какой очень тяжело, я вообще не знаю. Это игрушка для детей, но нифига не для детей. Ё-моё. Как здесь попробовать выиграть можно-то? Ё-моё, мэнки это. Вонючка. Ну, либо мне надо еще движок покупать конкретно, причем. Я ее не могу выиграть, и все тут, ты подумай, а. Ну, давай, давай, давай. Ё-моё, мы здесь застряли. У нее какой-то супер джип, как ее вот выиграть, а? Я вообще не понимаю. А Мэнки уже ушла в отрыв. Все. Да, она уже давным-давно здесь стоит. Как так? Далее. Так, и будет у нас третья попытка. Не знаю. Не думаю, что мы тут. Видишь, она уже в отрыве. Куда нафиг? О, там она немножко застряла.
У меня переворачивается машинка и все тут. Ой, нет, фу, разбились вообще нафиг. Ну, сейчас посмотрим. Проедет. Нет, он, смотри, назад откатывается. Мы не можем проехать, и все тут. Давай еще раз попробуем. У нас даже денег не начнет. Подвеска что дает? Амортизаторы, центр тяжести, минус центр тяжести. Не знаю, нужна нам эта подвеска. А вот это что такое? Ага, фиг знает. Ладно, пока не будем экспериментировать, то еще хуже будет. Да, машинку так там не выбить. Так, мы машинку с вами новую не выбьем, ребятушки. Ладно, попробуем. Ну, с этими ребятами, вот я, смотри, соревнуюсь, я их выигрываю обычно. Все, видишь, первое место идем. Идем первое место. Хорошо. Сейчас, может быть, мы... На что нам это первое место дает? Мы не можем победить вот эту Монику. Да. Первое место мы заняли, сейчас дальше пойдем попробуем. Поехали. Так, автобус что-то мне не нравится, как он начал ехать быстро. Он даже пробует какой-то сделать трюк. Перевернуться, типа, нифига себе. Мне бы ровненько доехать, а тот еще трюки делает. Все. Так, а это кто такой вообще появился здесь? Спиди какой-то, ё-моё. Офигеть, да это бот какой-то, смотри. Ну я не могу здесь повернуть, а он легко так раз и поехал. Да, это бот какой-то. Это не настоящий игрок. Компьютерная программа. Так, он мне не даст выиграть, а? Зараза. Первое место. Да, он мне не даст занять первое место. Рядышком с ним полежим. А, нет, я укатился. Укатился далеко-далеко. Ну шо ж. Третий раз, ну давай. Проверим, посмотрим. Так, ну зато я хоть первое место занял, да? Ох, нифига, этот автобус вонючий. Как он делает, а? Да что ты все переворачиваешься? Все, у меня водитель разбился. И какое место я занял? И я занял второе место.